Всем доброго дня. Сегодня погодка отличная, солнышко, и выехали мы покопать по монеткам. Не знаю, найдем что, нет, будет видно. Ну и пенициллинчик, без него никуда. Так, монеток нету, зато и железо. Такие я уже находил. Очередная находка непонятная. Здесь ничего, а здесь отверстие. И здесь. Тяжеленькая такая. Берем, конечно. Штырь какой-то с резьбой. Гильзач какой-то. Импортный. Здесь озеро рядом. Уточки прилетают. И охотятся на них. Кусочек моторного алюминия. Легенький такой. Копилочку пойдет. Ну вот, ребятки, первая монетка у меня сегодня. Трешечка. 34-го года. Так, на свет. Трюндель такой. Герб. Здесь такой. Еще. Интересно. Посмотрим потом по каталогу. Ну, в конце обзорчик сделаю обязательно. Маленький такой кусочек цепочки. Какая-то запчасть, не знаю от чего. Я таких еще не находил. Ну, маленькая, но тяжеленькая. Копилочку. Какой-то ключ непонятный. Видно, что старый уже. Толстый такой. Здесь по нему уже стучали, видно. Отверстие было. Тут уже такой весь съеденный. Ну, в чермет пойдет. Еще цепочек. Ой, кусочек цепочки с кольцом. Кусочек моторки. Обломок какой-то. Очередная находка. Какая-то такая петля. Буква С. Ну и к ней тут проволока. Может, что-то цепляли, может, скотину какую, не знаю. Короче, от чего, не понять. Так, все здесь поле вроде обошли. Сейчас переедем. Здесь что? Вот по чернинке столько. Там цветнинка. Здесь вон мусор, фольга, пробки. Ключик такой. И монетки. С этого поля. 34-й год. Трешечка. И 15 копеек. 61-го. Все, переехали на другую поляну, по которой мы уже ходили. Тут Руслан глубину померил со своими колесиками новыми. Сполоснул немного. Вот сюда вот вода заходила. Слышь, моя. Копаю потихоньку, всякая мелочь звенит. Вот, типа вот такой вот. Видать, походу, ручка была от ведерка. Ну, походу осколочка чугунка. Ну, похоже, во всяком случае. Такая штучка попалась интересная. С резьбой. И тут такая вот углубление такое. Такое ощущение, как будто это была какая-то крышка. Квадратом откручивалась. Я похожую находил от бочки. И мне с канала Робинзон подсказал, что это крышки такие под квадратный ключ. Ну, тяжеленький возьмем. Еще чугунка кусочек. Тут
Он с какими-то каемочками даже. Рисунка не видать. О, Руслан с одной ямы поднял. И гиречку такую. Медная она, да? Да. И перстень серебряный сверху, крышечка. Жаль, обломанный. Тоже там рисунок на нем. Красота. Сейчас поближе рисунок посмотреть. Вот такой вот рисуночек. Красота. Класс. Да. Вот эта яма все, Руслан, достал. Тут глубина полметра, да, больше даже. Офигеть, у тебя, блин, аппарат берет. Такую мелочь взял. Класс вообще. Очередная такая находочка. Пошел к реке посмотреть на нее. О, кошмар. Но эта вода упала. Фу. Уже упала здесь. Вот эти все поля были затоплены. Ну, 5 метров точно упала. Вон там всякий полиэтилен на деревьях висит, на кустах. Там я когда-то бегал, там я нашел телек. Но плат там уже не было. Вон там полиэтилен висит, чайки летают. Но слава богу, вода прошла. Красота. Очередная находочка. Такая вот не понять что. Но видно, что-то к чему-то делалось. Куда-то. Пацаны там гирьки находят. А я нашел вот это. Рыбница. Аист какой-то и вин. Вин, что-то дальше непонятно. Я таких еще не находил. Жестянка такая. Вся простреленная. Фух. Вон, Руслан уже гирьку нашел, вторую. Вернее, уже 3 гирьки. Молодцы, пацаны. Какая-то радиодеталь, что ли? Непонятная. Походил я здесь по краю поля. Ну и вот такие вот у меня находочки. 2 лемеха гнутых. Понятно, что их на край поля отбрасывали. Уголочек. Какая-то вот на лемехе. Штуковина сваренная, не знаю. Лопатка тут. Конденсатор, что ли, какой-то, что это, я не знаю. Несем к машине все. Зашел в ямку такую. Может быть, здесь что-то было когда-то. Ну, не знаю, но вот, во всяком случае, трос валяется. Сейчас ее обследую, посмотрим, будет, что нет. Был сигнал такой цветной, хороший. Ну, и свинца немножечко нашел. Еще одна такая же находка. Не помню, как они называются. Пришел к машине. Находки принес. До воды попить. Ну вот, из последних моих находок видели все это. Сейчас нашел вот такое что-то. Видно, что здесь били. Какой-то клин был. Что-то кололи им. Может, поленья. Хрен его знает. Тяжелая штука. Ну, это все вы видели. Ну, мелочи вон еще. Черепков немерено. Гвоздей тоже. Ну, нормально так покопал. Еще не считая того, то, что в рюкзаке. Так, вот здесь, походу, грунт свозили с реки. Чистили, наверное. И вот тут я забежал сюда. Ну, здесь копатели уже были. Тут
кучку нашел. Поскладывали они весь цветной хлам. То есть медиаху такую, алюминиевую проволоку. И такая тут еще находочка интересная у них была. Вот, фокуса нету. Вот. Нашли старую гильзу, обломанную пулю нашли. И пулю вставили прямо в гильзач. В остаток гильзача. Ну вот мой итог. В рюкзаке там еще металла хватает. Там и цветнина. По цветнине. Это видели? Бронзовая штуковина или латунная. Ну, это вы все видели. Вот лемеха порадовали вообще. По одному находил, сразу два, что-то как-то не приходилось. Ну, в общем, отлично, покопали. Пацаны вон там еще бегают. Все, класс. Всем пока и всем удачи. Ну и последняя заключительная находка. Это вот такой вот. Похоже, что это был нож. Сверху он такой. Или резак какой-то. Потом вот ручка начиналась. А снизу он был заточен. Все, собираемся домой. Так, а вот и находочки остальные, которые комрады нашли. Тут ранние советики, серьга серебряная, конинка, обломки крестиков, пуговка-гирька, ну и пуговка советская. Песенек верхушку я вам показывал, и две гирички таких красивых. А я всего лишь две монеты со своим Гоуфиндом. Форсируем залив. Как уже через неделю здесь невозможно подходить, да? Что-то там дымит. Конечно, по такой луже прокатиться. Как же ты специально это делаешь? Выехали без проблем.